Тема сегодняшней лекции – это локальные особенности и задачи совмещения изображений. Это некоторый инструмент, который достаточно активно применяется при решении ряда задач, поэтому его лучше рассмотреть до того, как мы, собственно говоря, перейдем к распознаванию изображений. В чем заключается задача сопоставления изображений? У нас зачастую есть более чем одно изображение сцены, которую мы рассматриваем. И мы хотим эти дополнительные изображения сопоставить друг с другом. Для, например, решения следующих задач. Например, мы можем совместить несколько изображений, чтобы получить из нескольких небольших изображений большое изображение, которое покрывает большую часть сцены, чем каждый из них отдельно. Во-вторых, мы можем решать задачу, похожую на задачу распознавания, а именно искать на другом изображении объекты, которые заключены на первом изображении. Это называется задача сопоставления шаблонов. Вот у нас есть изображение, например, телефона. Мы хотим на другом изображении найти, есть ли у нас объект телефон. Причем в этом случае мы ищем конкретный объект, то есть конкретный телефон, а не телефон в принципе. Он должен выглядеть ровно так и описывается этим изображением. Для начала мы посмотрим игрушечный пример. Задачу поиска медведя. У нас есть плюшевый медведь, нам нужно находить его на изображении. Вот первое изображение. Где располагается медведь? Ну вот, к сожалению, проектор делает так, что он нигде, хотя на самом деле он есть, если очень хорошо присмотреться. Медведь на самом деле вот здесь. Высунулся немножко из-за шкафа и стал более заметным. Где другой пример? Где здесь медведь? Вот здесь в середине. Почему в этом случае найти медведя оказалось проще, чем в этом случае? Хотя, если сравнивать изображение, то объем или точнее площадь объекта, которая видна на одном и другом изображении, в обоих случаях одинаковая. Причем во втором она даже меньше, чем в первом случае. Нос видно. Нос видно. Именно. Что такое нос? Такое в случае медведя, если это обобщать, абстрагироваться от конкретного носа, от конкретного медведя, а попытаться рассмотреть эту вещь в общем случае. Это черный пиксель. Что? Черные пиксели. Ну, черный пиксель на черном фоне, например. На черном, да. Ничего. У нас белый фон. Да, у нас белый фон. Окей, значит, какая-то характеристика объекта. Цветовая. Не, ну цветовая, опять же, цвет черного фона черный. Это не отличительная характеристика. Да. Важно слово отличительный. То есть это некоторая отличительная особенность, причем в случае медведя. Мы его нос можем идентифицировать, даже если мы видим только нос. Он у него характерной формы, похожи на сердечко. Точно так же другие фрагменты, вот этот небольшой кусочек красного на галстучке, он тоже очень уникально отмечен. Такие особенности, которые позволяют нам идентифицировать объект, когда мы видим только их, а не объект целиком, называются локальными особенностями. Или характерными фрагментами объекта. Есть много названий для характерных особенностей в разных там научных статьях, они называются по-разному. Их иногда называют просто особенности или features, слово, которое также используется для описания признаков. Иногда их называют характеристическими точками, характеристик points. Иногда их называют ключевыми точками или там локальными особенностями. Все эти названия относятся к одному и тому же классу фрагментов, а именно к точкам изображения, которые существенно отличимы друг от других точек объекта. Такие характерные фрагменты позволяют нам находить объект, идентифицировать его, даже в тех случаях, когда объект виден под другим ракурсом, с другим масштабом или существенно перекрыт. Когда большая часть объекта перекрыта. Вот. Давайте, исходя из этого, попробуем сформулировать требования. Каким условиям должны отвечать точки для того, чтобы мы их приписали к хорошо различимым фрагментам? То есть, что бы мы хотели от этих точек или от метода, который позволяет эти точки находить? План.
Не понял? Может, уникальный метод? Форма – это не понятие. Уникальность – более интересно. Что значит уникальность? Ну, они там не должны сливаться с остальной картинкой. И не должны там… Ну, тот же нос может быть черный, на черном фоне, тогда его не отличить. Они должны быть… То есть мы можем попробовать переформулировать это в следующем виде. Что характеристические точки должны быть уникальны или существенно отличимы от, например, всех точек в окрестности. То есть, вот, скажем, нос в этом случае отличим от всего, что вокруг носа. Потому что нос черный, а вокруг все белое. Если мы хотим не какой-то фрагмент сделать, а конкретную точку, тогда мы в качестве отличительной особенности можем взять, например, центр носа или вот уголок внизу носа. Сколько вот такой характер. Окей. Что мы еще бы могли сказать про эти точки, для того, чтобы их было удобно использовать? Например, сколько их должно быть, как эти точки должны соотноситься для того, чтобы мы могли объект находить в разных условиях и тому подобное. И будут идеи. Лучше, чтобы контрастность была высокой в окрестности. Ну, это вот понятие хорошо различимое или уникальное объяснение. Если контрастность низкая, то тогда они будут плохо отличимы, там, сильно походить на своих соседей. Это как бы, то же самое. Окей, еще один вариант. Ну, например, сколько их должно быть на объекте? Чем больше, тем лучше. Чем больше, тем лучше, разброс максимальный. Какое максимальное количество точек, которые мы можем для объекта определить? Все. Ну, например, все пиксели. Но все пиксели – это, наверное, не очень хорошо, потому что их слишком много. То есть для того, чтобы с ними было хорошо работать, их должно быть немало. То есть если у нас одна характерная точка на объекте, это не очень хорошо. Их должно быть желательно больше одной, то есть достаточно много, но с другой стороны, их должно быть существенно меньше, чем пикселей. Потому что если каждый пиксель у нас особая точка, это не очень хорошо. Окей. Какого размера окрестность нам нужна для того, чтобы сказать, точка является характерной или нет? Для того, чтобы ее было удобно использовать. Размер точки. Ну, размер точки был удобно. Ну, и размер точки это размер одного пикселя. Ну, размер. Ну, окей. Некоторая небольшая окрестность. Если нам нужно смотреть на весь объект целиком для того, чтобы сказать, что эта точка уникальная, то это тоже не очень хорошо. Потому что в этом случае, если мы часть объекта закроем, мы точку находить не сможем. Нам нужно, чтобы, как в случае с носом, достаточно было небольшой окрестности для того, чтобы находить объект. Окей. Что еще мы хотим от этой точки? Или от метода, который эти точки находят? Опять же, для того, чтобы успеть. Мы сказали, что она должна быть в пределах медведя уникальной, их должно быть некоторое разумное количество, и мы должны их определять по небольшой окрестности. Что еще нам нужно для того, чтобы находить медведя на других разных изображениях? Подсказка такая. Что может происходить с медведем на других изображениях? Изменяться может. Каким образом он может изменяться? Размер может поменяться. Что еще может? Ракурс. Ракурс съемки. Причем ракурс мы можем разделить на разные составляющие. Во-первых, там, медведь другой может вращаться в плоскости изображения, там, вверх тормашкой, а может меняться перспектива, когда мы смотрим не с той же точки, а с другой точки вокруг медведя. Окей. Как нам удостовериться в том, что наш метод справляется с такими изменениями изображения? Как нам это проверить? Больше шаблонов. Что? Больше шаблонов. Что вы имеете в виду больше? Ну, для каждой перспективы отдельный шаблон делать. Ну, в целом, да. То есть мы можем сделать следующее. Мы можем сами взять и вкрутить изображение медведя, сделать его в разных масштабах, в разных ракурсах, затем найти особые точки и посмотреть, в тех местах они находятся. Окей. Если выписывать все свойства, то у нас получается следующее. Мы должны отличать точку от других фрагментов. Мы хотим, чтобы эти точки
находились те же места, то есть были инвариантны к изменениям, которые могут происходить с изображением, с объектом на других изображениях. Это точки должны находиться в тех же местах, где должно изменяться освещение и изменение ракурса. И еще хорошо бы, чтобы у этой точки было можно было построить какое-то описание, которое позволяло бы ее идентифицировать. Что имеется в виду? Например, глаз медведя. Глаз медведя, если мы посмотрим на один глаз и на второй глаз, то это будут две бусинки. Они будут одинаковые. Поэтому, если мы смотрим только конкретно на один глаз, то мы не знаем, какой это глаз, левый или правый. В то же время, если мы смотрим на нос, мы догадаемся, что это нос и нос один. То есть у носа есть некоторое уникальное описание, у глаза нет. С другой стороны, у глаза есть всего лишь один фрагмент, который на глаз похож, тоже нос. То есть, в принципе, описание достаточно хорошее. Мы хотели бы, чтобы точки, которые мы находили, были бы отличимы, если это возможно. Если мы возьмем, например, ткань в горошек, то там будет очень много характерных особенностей, и каждая горошинка будет похожа на другую, но придется с этой проблемой справляться. Окей, вот еще один пример. Две картинки, на которых выделены красные точки. Точнее, это не красные точки, а это помечено красным некоторая точка на объекте. В каком случае точка будет характерной особенностью, а в каком случае она не будет характерной особенностью? В правом будет. В правом будет? Скорее всего. Нет, почему? Ну, смотрите, это белая точка на белом фоне, как черная на черном. Она совершенно не характерна. В то же время это уголок. Уголок – это достаточно уникальная вещь, которая отличается от всех остальных. Если мы возьмем любую другую точку в окрестности, это уже будет точка не на уголке. Либо на линии, либо на однородной поверхности и так далее. Это будет особенность, это не будет особенностью. Причем, как несложно убедиться, уголок является уголком, даже когда мы рассматриваем очень маленькую окрестность уголка. Эта точка тоже в каком-то смысле уникальная, мы можем посчитать расстояние от этой точки до границы, но чтобы посчитать это расстояние, нам нужно видеть достаточно большую окрестность точки. То есть, если мы возьмем вот такую маленькую окрестность, это не будет особой точки. И вот тут, забегая вперед, можно сказать про такую вещь, о том, что особенности будут особенностями применительно к некоторому масштабу, от которого мы их рассматриваем. Если мы рассматриваем вот такие окрестности, то это будет особенностью, это нет. Если мы будем рассматривать окрестность большую, например, вот такую, то это будет особой точкой применительно к большой окрестности, и это будет. То есть эти точки будут особенностями, но на разных масштабах. Окей, идем дальше. Можно сказать, что есть два принципиально разных класса особенностей. Первый класс особенностей – это уголки, второй класс особенностей – это центры пятен. Вот. Опять же, центр пятна является особенностью в зависимости от масштаба. То есть вот на таком масштабе это особенность, на маленьком масштабе это не особенность. Уголок, он всегда особенность, пока уголок виден. То есть это, в принципе, этот тип особенностей легче находить, чем этот, но, тем не менее, и то, и другое полезно нам для анализа. Так, окей. Для чего особенности применяются? Основное применение сейчас – это сопоставление изображений, например, при аэрофотосъемке. Когда строятся или при построении панорам, трехмерные реконструкции, когда мы строим трехмерные модели и так далее. Вот, для примера, два, сейчас будет, должна быть мини-анимация, если... Так. Так, где она? Что должно было быть? Когда снимаются кадры с пролетающего самолета, то в
в разные моменты времени мы снимаем местность с разных ракурсов. Соответственно, возникает эффект стереозрения, и мы можем по смещениям точек определить расстояние для них от наблюдателя. Если мы знаем расстояние от наблюдателя, то у нас есть некоторая оценка трехмерной формы объекта. Значит, для каждой точки, соответствие которого мы найдем на другом изображении, мы можем измерить ее трехмерные координаты. Определив трехмерные координаты для части точек, мы можем найти пару для каждого пикселя в изображении и построить трехмерную поверхность. Соответственно, у нас будет некоторая трехмерная модель для всей сцены. Что? Для жизни. Еще одна область, где особые точки очень широко применялись до недавнего времени, сейчас применяются реже, это поиск изображений по содержанию. То есть у нас есть изображение, мы хотим найти в базе изображение именно этого объекта, пусть, например, с других ракурсов и так далее. Вот это хорошо. Еще область, где много методов на основе особых точек было придумано, это классификация изображений и выделение объектов. На одной из лекций мы посмотрим некоторые методы, которые это будет. Окей. Требования к особым точкам мы, в принципе, уже сформулировали. Это локальность, чтобы находить их в локальной области, повторимость, чтобы мы их находили в тех же местах, вне зависимости от изменения масштаба, значимость, чтобы для них было уникальное описание, и компактность и эффективность, чтобы особенностей было не очень много, но достаточно много, и пусть метод должен быстро работать. Проверить это мы можем, если мы будем генерировать много шаблонов с разных ракурсов и проверять, находим мы точки в тех же местах, где они должны быть. Окей. Какого рода преобразования могут применяться к изображению? Мы будем рассматривать только часть из них. Простейший – это параллельный перенос. Более сложный – это подобие, которое включает в себя перенос, поворот и масштаб. Еще более сложный – это афинное преобразование. Оно дает хорошее приближение искажений, которые возникают при изменении перспективы, если перспектива меняется незначительно. То есть если мы повернемся с другой стороны, то, конечно, недостаточно преобразования вполне нет. Изменение освещенности можно тоже промоделировать с помощью афинного преобразования, но поскольку мы будем смотреть только яркость, то это будет умножение яркости и сдвиг. Далее мы будем рассматривать только серое изображение, то есть изображение в градациях серого, потому что адаптация методов нахождения особых точек на цветные изображения – это достаточно нетривиальная вещь. И на практике зачастую ограничивается именно черно-белым изображением. Окей. Посмотрим, как методы нахождения особых точек устроены. Для этого, опять же, приведем маленький эксперимент. Будем смотреть разные точки на простом примере и проверять, являются ли они локальными особенностями. Берем точку здесь. Проверяем, является ли она локальной особенностью. Для этого будем просматривать всех ее соседей, сравнивать соседей с центральной точкой и измерять разницу. Если разница маленькая, значит это не особая точка. Какая разница будет у этой точки с соседями? Прямо здесь смотрим. Нулевая. Окей. Что будет, если мы рассмотрим точку здесь, на линии? Какая у нее будет разница с соседями? С точками по вертикали нулевой. Так. Если мы будем сдвигать окрестность вдоль направления прямой линии, тогда разницы не будет. Когда мы будем сдвигать поперек линии, то окрестность будет меняться. И это, в принципе, одно из определений границы. То есть, если у нас есть точка такая, что существует два направления, в одном направлении нет изменения, а в другом направлении есть изменения, значит, эта точка лежит на границе объекта. И, наконец, когда мы будем рассматривать точки рядом с углом, то в каком бы направлении мы ни сдвигались, у нас будет изменение окрестности. Значит, это как раз особая точка. Теперь это промоделируем.
Идеи о том, чтобы моделировать изменения окрестности для нахождения точек, они появились в 80-х годах. Один из методов, который используется до сих пор, метод сопоставления изображения, а именно детектор Харриса Стивенса, хотя Стивенс часто опускается, остается только детектор Харриса, был предложен в 1988 году. И это пример метода, который наряду с детектором границ Кенни используется на протяжении уже достаточно долгого времени. Его идея заключается именно в этом. Найти такие точки XY, окрестность которых меняется при сдвиге на любой вектор U и V. Поскольку такие точки обычно оказываются уголками, то метод получил название детектор углов или по имени автора детектор Харрис. Запишем изменение окрестности точки при сдвиге. Что это будет? Изменение окрестности при сдвиге на вектор U и V будет суммой по всем пикселам разницы между яркостью пикселов с координатами x плюс u, y плюс v и исходными координатами пиксела x, y. Берем ее в квадрате. То есть это сумма квадратов разницы яркости пикселов. При этом мы можем для каждого пиксела, в зависимости от его положения от центрального пиксела, брать его с некоторым весом. Вес мы можем брать либо константный, то есть будем рассматривать некоторое окно, внутри этого окна все пикселы берутся с равным весом, вне окна с нулевым весом. Или можем брать нашу любимую гауссиану, соответственно, центральные пикселы, которые мы рассматриваем, будут браться с большим весом, а чем дальше, чем ближе граница окна, тем вес будет стремиться к нулю. Окей. Получили функцию Е. Изменим разложение для Тейлора второго порядка вокруг точки x y. Что у нас получится? Квадрат разницы яркости мы приближенно можем представить как яркость точки x y плюс градиент яркости по x на сдвиг по направлению x, то есть на u, плюс градиент по направлению y на v минус яркость точки x y. Это благополучно сокращается, получается градиент по x на u плюс градиент по y на v в квадрате. Это получается как градиент по x в квадрате на u в квадрате плюс 2 градиент на произведение градиентов по x и по y на u в v плюс квадрат градиента y на квадрат вектора v в квадрате. Мы можем расписать это в виде билинейной формы. Следующего вида. То есть это матрица x в квадрате и x и y, градиент по y на то же самое по диагонали, на градиент по направлению y в квадрате, намноженное на вектор u и v. Соответственно, изменение яркости в окрестности точки при сдвиге на вектор u и v можно приблизить как такая билинейная форма, где матрица n, эта матрица будет размером 2 на 2, в которой градиенты по x и по y суммируются по всему окну. Вот такая матрица. Ее также можно представить как сумма квадратов градиентов, суммируемая по окну. Значение этой матрицы – это то же самое, что значение градиента с точки изображения, взятое в квадрате. Посмотрим, как ведет себя эта матрица при анализе разных точек изображения. Предположим, что мы рассматриваем точку края, такую, в которой градиенты выровнены по осям. То есть есть только вертикальные или горизонтальные градиенты. Что в этом случае получается? Если в каждой точке градиент либо вертикальный, либо горизонтальный, то только одна из компонент у нас одновременно не равна нулю. Это означает, что x в квадрате, когда мы суммируем по всем пикселям изображения, он будет больше нуля, это будет больше нуля,
А вот эти компоненты будут равны нулю. Потому что для каждого пикселя у нас градиент по одному из направлений будет нулевой. Матрицу можно записать как диагональную матрицу. Да. Обозначим веса лямбда 1 и лямбда 2. Если у нас окрестность, которую мы рассматриваем, такая, что там есть граница, то есть градиенты направлены только в одну сторону, тогда диагональная матрица выражается в такую, что у нас только одно значение не нулевое, а все остальные значения нулевые. Если градиентов у нас в изображении практически нет, то есть это однородная область, тогда что у нас будет с этой матрицей? Если мы рассматриваем однородную область, все белые части. Почти нулевой. Будет нулевой или практически нулевой. То есть если мы берем просто однотонную область, то в ней все градиенты равны нулю, соответственно, матрица будет нулевая. Если практически там с некоторым шумом, то матрица будет близка к нулю. Поскольку эта матрица симметричная, то мы ее можем разложить, представить в следующем виде. Это будет некоторая матрица поворота на диагональную матрицу. И вот в таком виде мы можем представить любую матрицу квадратов градиентов F. Причем будет верно следующее, что матрица D – это диагональная матрица, которая состоит из собственных значений матрицы F. То есть лямбда 1 и лямбда 2 – это собственные значения матрицы F. А матрица R – это ортогональные матрицы, которые состоят из собственных векторов матрицы F. Поскольку это билинейная форма, то мы ее можем визуализировать в виде эллипса. Ориентация оси эллипса будет определена матрицей R, поскольку эта матрица ортогональная, она дает эвклидово преобразование некоторый поворот. А длины оси эллипса будут зависеть от собственных значений. Вот визуализация эллипсов, соответствующих матрицам вторых моментов, для всех пикселей некоторого изображения. Видно, что в тех точках, где область однотонная, визуализация эллипса похожа на маленький круг, маленькая точка, там, где градиенты сильнее, эллипс более крупный, рядом с границами объекта эллипс очень вытянутый, потому что область соответствует границам. Там, где у нас имеются уголки, красные, там собственное значение примерно равно нулю, оба собственных значения больше нуля, и у нас есть кружок некоторого размера. Вот, соответственно, особыми точками на этом изображении будут пикселы, которые соответствуют примерно кругам. Если отобразить на графике собственное значение, первое собственное значение, второе собственное значение, то мы можем разбить все множество матриц M по собственным значениям на три класса. Первый класс соответствует малым значениям лямбда 1 и лямбда 2. Это плоская область. То есть если оба собственных значения малы, тогда матрица M близка к нулю, и мы имеем случай плоской области. Если одно из собственных значений существенно больше другого собственного значения, неважно какой, то есть вот эти оранжевые области, то значит пиксель лежит рядом с краем. И наконец, когда оба собственных значения достаточно велики и примерно равны, тогда функция E больше нуля при любых векторах U и V, значит это особая точка или уголок изображения. Для того, чтобы было проще анализировать значения, не находить собственные значения, а сравнивать два значения, можно выписать функцию такую, чтобы она была существенно больше нуля в тех случаях, когда оба собственных вектора примерно равны больше нуля. Такая функция, поскольку она позволяет нам находить уголки, получила название функция отклика угла. Харрис и Стивенс предложили ее в следующей форме. Как определитель матрицы N минус K следов матрицы N в квадрате.
для нашей матрицы 2 на 2 определитель – это произведение собственных значений, след – это сумма собственных значений лямбда 1 и лямбда 2. И оказывается, что если коэффициент k выбрать в интервале от 400 до 600, то такая функция действительно хорошо соответствует углам на изображении. Одновременно с Харрисом и Стивенсом, но в совершенно другом сообществе геодезистов, предложили другую функцию отклика, которая измеряет отношение определительной матрицы к следу матрицы. Она находит примерно те же точки, но немножко отличающиеся. Вот демонстрация работы метода, который в итоге получается. Мы вычисляем градиент в каждой точке, затем в каждой точке вычисляем функцию отклика. Что вы можете сказать про значение функции отклика, глядя на такое изображение? Где у нас, скорее всего, углы и что означают цвета? И почему здесь не яркость, а цвета? Какие будут идеи? Наверное, темно-синие, темно-синие. Ну да, здесь у нас была, смотрите, здесь у нас была однотонная область. Там, где была однотонная область, там у нас синие значения. Причем на серых областях темных значения синего более насыщенные. Значит, темно-синие цвета соответствуют меньшим значениям функции. Иногда для того, чтобы отразить значение из некоторого диапазона так, чтобы их было нагляднее видеть наблюдателю, вместо того, чтобы делать просто яркостное изображение, строят соответствие между значениями и цветами. Обычно выбирают шкалу температур таким образом, чтобы малым значениям соответствовали темные цвета, синие, высоким значениям соответствовали красные цвета. Соответственно, чем более насыщенный красный цвет, тем больше значение функции. Окей, как нам на такой карте найти, где именно располагаются особые точки? Ведь у нас есть целые области, в которых есть достаточно много красного цвета, значит там высокие значения функции отклика. Как нам выбрать из этого множества потенциальных точек победителей? Максимум по области? Да. Например, поскольку мы хотим, чтобы наши точки были наиболее заметны по отношению со всем своим соседям, нам нужно выбрать такие точки, в которых значение функции отклика угла максимально. То есть мы проведем операцию подавления не максимумов или выделения локальных максимумов. Вот. Это множество точек, в которых просто значение функции угла больше некоторого порога. Вот. Затем мы берем из них локальный максимум и получаем множество отдельных точек. Вот здесь красным показаны победители, то есть точки, которые методом детектора были выбраны как локальные особенности. Видно, что большинство из них располагаются на отдельных уголках, но некоторые точки попали из-за границы, и на области, которые кажутся однотонными, если посмотреть, там были более светлые пятна. То есть это, скорее всего, блики. Других ракурсов, бликов не будет, в чем можно убедиться, если посмотреть на то же самое изображение в других условиях освещения и немножко повернуть. Вот, например, этой точки на пятне уже нет. Окей. Таким образом, первый алгоритм детектора Харриса, он в итоге состоит из следующих шагов. Мы вычисляем градиент изображения в качестве в каждом пикселе. Затем для каждого пикселя мы вычисляем матрицу вторых моментов по окну вокруг каждого пикселя. Вопрос на память, как вычисляется матрица вторых моментов? Так. Это было ровно 5 минут назад. Окей.
У нас есть, да. Если у нас был градиент, значит матрица вычисляется по градиенту. Должно быть очевидно. Какого размера матрица M? 2 на 2. 2 на 2. Уже хорошо. У нас есть градиент по X, градиент по Y. Что в матрице? В углах квадраты. В углах квадраты. В этом произведении. Так. А как это, для каких точек? Вот у нас есть пиксель какой-то, для которого мы хотим вычислить эту матрицу. Матрица, как мы сказали, у нас будет рассчитываться как квадрат по x, квадрат по y, а здесь парное произведение. Окей. Вот нам нужно вычислить эту матрицу для этой точки. Что мы будем делать? Хорошо, это будет не точка, это будет какой-то пиксель. Для этого пиксель. Как мы будем делать? Ну, и x — это разность в правом и левом, наверное, и мы ее берем в квадрате. У нас же такой. X — это градиент. Мы его вычислили. Как мы вычисляем градиент по прошлой лекции? Как разностные производные. Например, как разностные производные, да. Для... Если мы будем считать это как разностные производные, то какие нам пиксели еще потребуются? А слева связано. Ну, например, да. Какие еще есть способы вычисления градиента в том случае, если мы хотим одновременно справиться с шумом? Ну там дополнительные точки включать по углам с разными часами. Да, мы можем сгладить вначале гауссовым фильтром, можем сделать фильтр, который объединяет в себя изглаживание. Какие фильтры упоминались на прошлой лекции, которые делают одновременное изглаживание и конкретном названии. Медиан. Не попали. Не угадали. Мы сейчас вспомним, что такое медианный фильтр. Окей. Можем ли мы объединить вычисление разностной производной и фильтр Гаусс? Как он будет выглядеть? Как бы визуализировать? Нам нужно просто применить разностную производную к матрице фильтра Гаусса. Да, фильтр Гаусса у нас будет вот такой. А как можно визуализировать производную фильтра Гаусса? Это будет волна. Или, я не уверен, что у меня хватит. Ну вот что-то типа такого. Объем, пропуск. Окей, мы можем вычислить градиенты вот такой сглаженной функции по x и по y. Окей, знаем в каждой точке изображения градиент. На каждой точке мы знаем градиент по x и градиент по y. Нам нужно посчитать матрицу вторых моментов здесь. Окей, как мы ее будем считать? Возьмем сумму по некоторой окрестности с весом таких. О, да. Мы будем рассматривать некоторую окрестность, например, окрестность 5 на 5. И возьмем сумму по всем пикселам из этой окрестности. X, Y, он лежит окрестности. Вот так. И 4, и 3. Да, еще с каким-то весом. Вот теперь это будет правильно. Мы вычисляем матрицу вторых моментов, вот эту матрицу M, суммируя значение градиентов для всех пикселов некоторой окрестности. Правильно здесь указывать еще и размер окрестности. Это правильно. Окей. Дальше мы вычисляем функцию отклика, которая, как на предыдущем слайде написано, будет у нас определитель матрицы минус K следов матрицы. Мы для упрощения работы оставляем только те значения отклика, которые больше некоторого угла, и находим локальные максимумы по, опять же, некоторой окрестности. После чего на выход алгоритма дается несколько самых сильных локальных максимумов. Вот пример работы обоих методов.
точнее одного и того же метода, но у которого функция угла, отклик угла разная. В одном случае отношение определителя к свету, в другом случае вот такая разница между определителем и квадратом света. Окей. Тут надо сделать важную ремарку. Когда мы рассматриваем функции нахождения объектов, неважно какие объекты у нас не было, у нас обычно есть некоторая функция, которая для точки по ее окрестности оценивает вероятность, находится ли в этой точке объект или центр объекта. И для множества близких точек значение у нас будет близким. То есть, если мы рассматриваем уголки, то будет некоторая окрестность, в которой значение этой функции высоко. И нам надо из этого множества вариантов выбрать конкретные точки. Обычно они выбираются как локальный максимум по некоторой окрестности. Детектор объектов обычно сводится к тому, что мы придумываем некоторую функцию отклика, которая для каждой точки говорит, похожа ли точка на объект. Выбираем локальные максимумы и оставляем часть локальных максимумов. Либо заданное количество, либо только те из локальных максимумов, которые больше некоторого порога. Окей. Давайте теперь проанализируем метод. Что у нашего метода будет с инвариантностью к повороту, масштабу, аффинному преобразованию и аффинному преобразованию яркости? Ну, во-первых, что будет с поворотом? Будем находить одни и те же точки на повернутой версии изображения, исходные или разные? Почему? Вот что из предыдущих слайдов намекает на то, что это будет так? То, что мы берем окрестность, все и будет. Так. Как мы представляли, как мы раскладывали функцию отклика угла? То есть, что мы в значении отклика угла измеряли? Только по двум осям будем делать. Мы измеряли собственные значения. Показывали, что матрицу можно представить как поворот плюс матрицу собственного значения. Соответственно, при повороте будет меняться только матрица поворота, собственные значения меняться не будут. Поэтому функция отклика меняться не будет, и все будет то же самое. Окей, а что будет с масштабом? Если мы увеличим картинку в два раза, функция отклика поменяется или нет? И почему? По идее поменяется, потому что мы окрестность относительно изображения смотрим другую. Да, именно так, что когда размер объекта, вот у нас мы рассматривали точку, например, уголок какой-то. Мы увеличим изображение, вот у меня тут есть текстура, мы увеличим изображение в два раза. Поэтому новая окрестность, которую мы будем рассматривать относительно старой, будет в два раза меньше. Содержание изображения как-то изменится, и весьма вероятно, что точка перестанет быть особой. То есть такое может случиться. И поскольку вероятность к масштабу не обеспечивается, то есть может получиться, может не получиться, тем более сложное преобразование, которое включает в себя масштаб, оно тоже не будет выполнено. Окей. А что у нас с устойчивостью к изменению яркости? Как поменяется значение функции отклика, если мы применим к изображению вот такое преобразование яркости? Никак. Почему? Мы используем только разность яркостей, а у нас она... Хотя... Нет, мы же можем умножить яркость. Если мы делаем картинку контрастнее, тогда и функцию получим больше. Если мы... Да, это верно. Если мы просто добавим... Если у нас к яркости изображения просто добавится некоторое значение, то поскольку мы считаем разность, то яркость не поменяется. То есть если яркость меняется как сдвиг, ничего не меняется. Если яркость меняется на масштаб, то градиент тоже домножается на этот коэффициент. Окей. Как влияет изменение градиента, то есть умножение всех градиентов изображений на некоторое значение А, применительно к особым точкам? Квадратичные. Не должны никак влиять.
Максимум останутся. Да, мы же смотрим максимум, локальный максимум останутся. Но где вот в нашем вот этом алгоритме есть момент, на который изменение градиентов, при том, что локальный максимум остается, все-таки повлияет? Отсечение. Разумеется. Раз у нас максимум поменяет, то отсечение у нас поменяется. И результат будет следующий, что как бы профиль функции отклика не поменяется, но в зависимости от значения у нас некоторые точки могут перестать быть особыми, либо появиться новые точки. То есть некоторые локальные максимумы могут превзойти порог и будут помечены как новые точки. То есть точки либо добавляются, либо убираются, но не меняют своего местоположения. Это очень мало. Ну, устойчивость к повороту мы уже говорили. А про масштаб как раз было сказано, что может поменяться. Вот, например, если мы рассматриваем вот этот угол, то при вот такой окрестности эта точка не является особой, а при вот такой окрестности эта точка является особой. То есть если мы возьмем и уменьшим это изображение в 5 раз, то в нем появится особая точка, которая при увеличении в 5 раз не находилась. Это неудобно. Хотелось бы иметь такой метод, который бы не просто говорил, есть или нет особая точка, а говорил, на каком масштабе тут есть особая точка. То есть одновременно находить и особую точку, и ее так называемый характерный масштаб. Как это сделать? По аналогии с откликом угла нужно сделать функцию, которая будет зависеть от масштаба изображения и находить ее локальный максимум. То есть придумать функцию характерного выбора масштабов. Так, чтобы, например, если мы рассматриваем две разные версии изображения разных размеров, берем для каждой версии вот в этой точке, вычисляем функцию отклика угла в зависимости от масштаба и знаем, как соответствуют вот эти значения масштаба каким окрестностям на этом изображении, мы хотим, чтобы эти функции давали свои максимумы для областей таких размеров, что они соответствуют тому и тому же фрагменту изображения. Вот видно, что здесь примерно соответствует. Тут чуть-чуть больше, тут чуть меньше. Это видно по шпилю. Здесь шпиль доходит верхней границы, здесь он не доходит до верхней границы. Но это уже очень неплохо. Вопрос, как такая функция может быть устроена. И оказалось, что ее придумали вначале для поиска другого типа характерных особенностей, а именно пятен. Для того, чтобы посмотреть, как она устроена, нам нужно вернуться снова к нахождению градиента, а именно сглаживание изображения с помощью производной фильтра Гаусса. Вспомним, что у нас было зашумленное изображение, мы его сглаживали производной фильтра Гаусса, и в том месте, где был край изображения, мы наблюдали яркий пик. Окей. Для понимания вопрос, как будет выглядеть функция яркости для строки изображения, которая пересекает пятно. Например, кружок яркий. Трапеция? Что? Ну, что-то вроде трапеции или прямоугольника. Вот так вот. Она будет выглядеть. Окей. Теперь, прежде чем это делать, сделаем следующий шаг. Возьмем фильтр, который вычислен как вторая производная фильтра Гаусса, а не первая. То есть лаплассиан фильтра Гаусса. Форма фильтра Лапласяна будет вот такой. То есть это производная фильтра Гаусса. Похоже на всплеск. Если мы таким фильтром Лапласян-Гаусяна сгладим изображение, в котором есть край, то отклик его будет, похож на производную фильтра Гаусса, будет такая волна. Теперь смотрим на трюк. Будем сглаживать пятна разного размера нашего лаплассиана. Когда мы сглаживаем большое пятно лаплассиана, у нас возникает два всплеска, которые на большом расстоянии друг от друга, где край. Когда размер пятна уменьшается, отклики сближаются друг с другом.
Наконец, размер пятна достигает такого размера, что отклики накладываются друг на друга и усиливаются. Вот. И получается очень сильный отклик. Мы получили ту самую функцию, отклик которой соответствует как-то размеру объекта на изображении для конкретной функции. Соответственно, как можно найти характерный размер пятна? Мы можем взять и сворачивать изображение функции гауссианы и гауссианы и искать максимальный отклик. Однако у нас возникает проблема, к сожалению, в том, что если мы будем увеличивать размер фильтра Лапласа, то у нас отклики будут чем слабее, тем больше размер фильтра. Причина заключается в том, что ее можно проиллюстрировать на более простом фильтре, на фильтре Гаусса. Какое значение будет отклика производной фильтра Гаусса на идеальный край? Он будет пропорционален площади вот этой кривой линии, то есть заштрихованной части. Чем больше размер фильтра, тем слабее будет отклик. Если посчитать эту площадь, то это будет 1 деленное на сигма корень квадратный из 2π. Соответственно, чем больше сигма, тем это значение меньше. Для того, чтобы у фильтра Лапласа такого не было, или у фильтра Гаусса такого не было, нам нужно домножить отклики на значение сигма. А для фильтра Лапласа нам нужно домножить на сигму в квадрате. Выглядит это будет следующим образом. У нас имеется прямоугольный сигнал, то есть пятно. Мы его будем сглаживать. Здесь пример просто фильтром Лапласа разного размера, а здесь фильтром Лапласа, но коэффициенты которого домножены на сигму в квадрате. В первом случае сигнал затухает, во втором случае сигнал не будет затухать, и мы для определенного фильтра получим локальный максимум. Значит, вот этот размер фильтра как-то соответствует размеру пятна. Можно показать, что размер фильтра Лапласа и размер пятна соответствуют друг другу вот по такой формуле. То есть отклик достигается максимальный для пятна диаметром R, для фильтра сигмой, равный r, деленное на корень квадрат. Соответственно, мы можем найти характерный размер. Получается, мы получили функцию, которая позволяет нам определить масштаб объектов, и этот масштаб определяется как локальный максимум отклика функции Лапласа. То есть мы берем точку, начинаем применять к окрестности этой точки фильтр Лаплас-Гауссианы с все более увеличивающимся сигмой. Вот пример визуализации, как разным характерным окрестностям соответствует фильтр разного размера, и вот у нас для разного размера получается такой вот. Соответственно, локальный максимум в этой точке достигается вот при такой сигма, мы можем посчитать, какому характерному масштабу он соответствует, и для круглого пятна все будет идеально, и размер окружности будет соответствовать размеру этого пятна. Все получилось идеально. На практике, конечно, ситуации бывают более сложные, локальных максимумов может не быть, или их может быть несколько. Если локальных максимумов нет, или точнее не очень сильно размазаны, тогда мы обычно не говорим, что здесь есть какая-то характерная особенность. Если локальных максимумов несколько, тогда мы можем сказать, что эта точка является центром сразу нескольких характерных фрагментов разного размера. И для каждого локального максимума выбрать свой характерный размер. Если метод, который позволяет находить локальные особенности в виде пятен одновременно
находить их размеры, получил название метод Лапласиана и устроен очень просто. Мы берем и сворачиваем изображение последовательно несколькими фильтрами Лапласа разного размера. Получаем не одно изображение отклика, а множество изображений отклика. Каждое изображение соответствует своему размеру фильтра. Затем мы ищем локальные максимумы, но поскольку у нас уже не двухмерная карта, а трехмерный массив, то мы ищем максимумы в трехмерной окрестности. Например, для окрестности 3 на 3. Те точки, которые будут являться локальными максимумами, мы запоминаем. X, Y координаты будут центром, а масштаб, на котором лежит этот локальный максимум, будет определять характерный размер окрестности. Можно показать красивый пример работы фильтра на бабочке. У бабочки у нее есть множество пятен. Мы будем последовательно сворачивать ее фильтрами Лапласа разного размера, нормализованного, и смотреть, как меняется яркость отклика. Можно посмотреть на какие-то конкретные точки и увидеть, как у них меняется яркость. Вот, например, здесь при повышении яркости яркость чуть увеличилась, а потом начала уменьшаться. Значит, вот это локальный максимум, и этой точке соответствует характерная особенность, то есть пятнышко маленького размера. Вот этим точкам, например, вот здесь, локальные максимумы тоже возникают, но для большего сигма. Конкретно для сигма равных примерно 4. Значит, здесь есть тоже локальные особенности, но они соответствуют более крупным пятнам. Здесь еще более крупные пятна, еще более крупные пятна и так далее. А вот визуализация всего множества пятен, которые найдены были на изображении. Видно, что отдельные контрастные пятна были найдены, но также в качестве особенностей были найдены области, которые не целиком замкнуты границей, а закрыты границами, но касаются нескольких других контрастных границ. То есть их можно представить в виде круга, часть границ которых пропала. Тем не менее, с точки зрения метода, эти области все равно можно определить, и они будут тоже локальными особенностями. Недостатком метода Лапласиана является то, что нам нужно сворачивать изображение фильтрами очень большого размера. И это не очень быстро. Поэтому придумали способ, как ускорить поиск локальных особенностей. Для этого сделали следующее. Можно сравнить, как выглядят веса фильтра Лапласиана от фильтра Гаусса и разница значений с двух сверток изображения фильтрами Гаусса разного размера. Этот фильтр называется разница Гауссян. Можно увидеть, что веса фильтров очень близки друг к другу. Но разница Гауссян немножко отличается, но тем не менее очень похожа. Поэтому вместо того, чтобы сворачивать фильтрами Лапласа все большего размера, мы можем сделать следующую эффективную процедуру. Мы разбиваем, строим пирамиду разрешения изображений так, что каждое следующее изображение отличается от предыдущего в два раза. Затем внутри одного уровня пирамиды мы сворачиваем фильтрами Гаусса, отличающимися друг от друга на небольшое значение. Тогда мы можем аппроксимировать отклики фильтра Лапласа соответствующего размера как разницу между фильтрами Гаусса. В пределах одного уровня разрешения мы делаем несколько таких разностей, то есть наша сигма здесь меняется в два раза. Затем, когда она по сравнению с первым изображением увеличивается в два раза, мы будем сворачивать точно теми же фильтрами Гаусса изображение уже в два раза меньшего размера. В этом случае мы всегда сворачиваем изображение фильтрами Гаусса маленького размера, не более 7 на 7 пикселов,
И когда мы хотим найти точки крупного размера, мы обрабатываем изображение разрешением в два раза меньше. Это гораздо эффективнее, чем вот эти, например, вот эти вот изображения, сворачивать вместо них крупные изображения фильтрами не 7 на 7 пикселов, а там 13 на 13 пикселов и так далее. Это очень медленная процедура, это гораздо быстрее. Поэтому на практике для нахождения характерного масштаба обычно вместо функции Лапласа вычисляют разницу в интеграусах. Мы можем применить эту же процедуру поиска характерных масштабов к детектору особых точек. То есть находить не углы, не пятнышки, а углы, но с одновременным определением характерных масштабов. Для этого мы можем делать следующее. Будем чередовать вычисление функций Харриса и Лапласа разными способами. Например, возьмем точку Харриса, вычислим для нее отклик фильтра Лапласа разного размера и посмотрим, какой характерный отклик у этого. Вот сравнение уголков, которые найдены детектором Харриса, который мы применяем к разным масштабам изображения, и детектор уголков, когда мы Харрисом определяем положение точки, а Лапласом определяем размер. В этом случае у нас имеется множество уголков. Видно, как уголки смещаются, локальные максимумы смещаются дальше от центра изображения, от реального угла с уменьшением масштаба. А тут у нас находится всего пара особенностей, и указывается, что это особенности вот для такого размера. С этим обычно проще работать. Окей. Резюме первой части про детекторы особых точек следующее. Есть два принципиально разных вида локальных особенностей, уголки и пятна. Для уголков хорошо работает метод Харриса. Если мы хотим их находить с характерным масштабом, мы объединяем Харрис на 50. Для пятен мы применяем метод на основе фильтра на 50 фильтра Гаусса, либо разница фильтра Гаусса. Можем считать одно и то же. Разумеется, на этих методах исследование детекторов особых точек не завершилось. Я показывал, что последняя ссылка на вот этот метод Райса Глусяна, это 2004 год, уже 12 лет. То есть 13 лет прошло. За 13 прошедших лет было предложено много методов, но они опираются на те же самые идеи. В основном люди занимались тем, как автоматически подбирать параметры детекторов и как ускорить их работу. То есть как можно вычислить приблизительно те же самые точки, но быстрее. Возможно, не вычисляя функции Лапласа и отклика углов честно, а вычисляя их приближенно. Например, их можно считать не по всему изображению, а по отдельным точкам изображения, будет все равно хорошее приближение. Окей. Мы научились находить особые точки на изображении. Но теперь нам нужно их сравнивать. Нам нужно определить, какая точка на втором изображении соответствует выбранной точке на первом изображении. Это делается с помощью построения дескриптора. Дескриптор – это вектор, признак особой точки. Как вы думаете, что можно использовать в качестве признаков особой точки? Как можно сравнивать разные точки изображения друг с другом? Положение относительно других особых точек, например. Ну, у нас же может быть преобразование, поэтому... А как их отличить относительно? Точности этого фильма. Можно. Но на самом деле, с учетом того, что у нас могут быть разные преобразования, какие-то точки могут быть перекрыты, взаимное расположение точки – это плохо. Тем более это плохо из-за того, что мы хотим научиться с точками работать индивидуально, а не в группах. Плотность. Интересная идея, в принципе, можно, но не очень уникальное описание. Опять же, это зависит от остальных. Надо работать с одной точкой. Предположим, что нам сказали, вот конкретная точка, про остальные мы ничего не знаем,
надо построить для нее описание. Что является описанием точки? Уголок и пятно. Уголок, пятно, да. Ну, как бы, хорошо, два класса. У нас там 1000 уголков и 1005 изображений. Не очень. То есть сократили задачу в два раза, но надо сократить еще в 1000 раз. Окей. Для уголка это направление. Что? Для уголка это его направление. Окей. А почему мы вычислим направление? Что мы используем? То есть, смотрите, у нас есть особая точка. Как мы ее вычислили? Собственное значение. Да, в принципе, по собственному значению, но еще более простое. Сам очень простой ответ. Вот у нас есть точка на изображении. Что мы можем про нее сказать? Окей, у нее есть x и y координаты. Но еще что мы про нее знаем? Достаточно искать расположение соседних точек состояния. Ну, это пиксел x плюс 1. Но соседние точки, окей. Еще, то есть, окей, множество соседних точек это что? Окрестность точки. Все, что мы знаем про особую точку, это ее окрестность. То есть окрестность это, на самом деле это маленькое изображение. Маленький фрагмент изображения. Нам нужно научиться сравнивать фрагменты изображений друг с другом. Так, чтобы похожие фрагменты с учетом преобразований мы определяли как похожие, а разные определяли как разные. Какое наиболее простое описание фрагмента изображения? Точнее так, наименее затратное по вычислению. Точное соответствие. Что? Точное соответствие? Да. Например, точное соответствие, то есть просто сами значения пикселов. У нас имеется окрестность, например, размером 5 на 5 пикселов здесь. Мы можем выписать яркости пикселов и получим вектор длиной 25. Вот это будет вектор признак точки. В принципе, неплохой вектор. Вот в каких случаях мы можем использовать просто окрестность, выписанные значения яркости пикселов при сравнении двух изображений. То есть какое преобразование может быть между двумя изображениями, чтобы вектор-признак в виде пронумерованных яркостей был достаточен. Параллельный сдвиг. Да, это сдвиг. Когда при сопоставлении изображений возникает параллельный сдвиг. Что? Да, двигается камера. Да, на какое расстояние она двигается между снимками? Одинаково. Что? Ну, одинаковое не обязательно, потому что на разное. Это маленькое расстояние. Когда у нас имеется ситуация, когда у нас имеются снимки, между которыми точка обзора сместилась незначительно. Если не стереоскопической камерой. Более сложно. Просто у вас нет стереоскопической камеры, но ситуация, когда у вас маленькое расстояние, бывает часто, когда вы видео снимаете. То есть, если время между кадрами маленькое, например, видео, то между соседними кадрами преобразование точек вполне себе описывается параллельным переносом. Там могут быть искажения, но они маленькие. И поэтому такого простого случая вполне достаточно. Окей. Берем окрестность. Вопрос. Какого, предположим, что у нас теперь дальше более сложное преобразование. Но мы хотим измерять окрестность. Возникают какие вопросы? Какого размера нам нужно брать окрестность? Какой формы нам нужно брать окрестность? И какие вычислять признаки внутри окрестности? Начнем с вопроса, какого размера. Какого размера нам нужно? Зависит от того, на каком этапе мы вычислили данную особую точку. В смысле, на каком этапе? Ну, там же мы пробовали принять фильтр к изображениям с разным масштабом. Да. У нас размер окрестности каким-то образом учитывается при поиске особых точек. Если мы применяем метод на фиксированном масштабе, то у нас есть окрестность фиксированного размера. Например, мы применили детектор Харриса с окрестностью размером 5 на 5.
Окей, значит, окрестность 5 на 5. Если мы применили детектор, который одновременно определяет характерный размер окрестности, то этот характерный размер окрестности и нужно взять как размер окрестности этой точки. Окей, какой формы должна быть окрестность? Какие бывают формы? Прямоугольные. Прямоугольные. Еще какие? Квадратные. Что? Круги. Квадратные. Еще какие? Круглые. Круглые. Стоит ли рассматривать еще какие-то окрестности? Без звездочек. Эллипс можно. Эллипс, да. Вот, кстати, эллипс можно. Какие еще окрестности могут быть? Правильный ответ. В принципе, любые. Но какие-то из этих форм имеют... То есть, можно ли сделать алгоритм, который сравнивает особые точки в качестве окрестности, выбирая звездочку? Ну, как вы думаете, можем или нет? Да, наверное. Да, что нам запретит? Никто нам не запретит сделать такой метод. Он, как он будет работать по отношению к другим? Ну, наверное, хуже. Потому что звездочка – это странная достаточно форма, непонятно, почему мы ее взяли, действительно, это не очень. Остановимся на квадратной и круглой. Какой смысл использовать квадратную, а какой смысл использовать круглую? Вращение. Да. Разная фраза «вращение». Если мы… Что происходит с квадратной окрестностью, которую мы вот так выбираем? Если мы вращаем картинку. Вообще разные окрестности. Да. По краям появляются, то есть то появляются, то выходят какие-то другие области. Поэтому, если мы хотим сделать метод, который устойчив к поворотам, тогда лучше в качестве окрестности брать круг. Если это не требуется, опять же, например, для обработки видео, тогда для скорости, для того, чтобы не считать в круге или не в круге, можно брать окрестность фиксированного прямоугольного размера. Окей. Просто какие признаки вычислять? Первый тип признаков мы уже сказали, это просто яркость пикселя. Что еще мы можем вычислить по изображению? Мы пока не так много чего научились вычислять, но тем не менее. Что мы еще умеем вычислять по изображению? Градиент. Почему вычислять градиент, использовать градиент в качестве признаков, может быть оправдано? Быстро. Что? Быстро. Яркость пикселя еще быстрее, ничего вычислять не надо, просто считалось все. Так что вычислять градиент медленнее. Но в чем может быть польза вычислить градиент? Опять же, в рамках сегодняшней лекции это уже встречалось. Где важность градиента возникала. Значит, у нас есть негативное преобразование яркости. Потому... Да. Если меняется яркость, то градиенты, они, в принципе, не меняются в изображении. По крайней мере, взаимное расположение градиентов не меняются. И это очень полезно. А уж тем более, если сдвиг просто яркости происходит, градиенты вообще не меняются. Именно поэтому вычислять их полезно. Окей. Простейший вариант, который мы проговорили, это то, что брать прямоугольные окрестности, вычислять яркости и цвета и сравнивать эти два фрагмента по пикселю. Более сложный вариант – это сделать метод, который будет влиять к повороту и к небольшим сдвигам. Метод, на который опираются много других работ, которые, опять же, широко сейчас используются, метод, основанный на градиентах, получивший название метод SIFT. На самом деле это метод, в котором был также предложен детектор особых точек, как разница гауссиан, но он включал в себя и другие пункты. Идея метода заключалась в том, чтобы построить по изображению множество особых точек с описанием, которые были бы устойчивы к изменению освещенности, повороту, позволяли находить особенности на разных масштабах и так далее. Основа этого метода – это вычисление градиентов, а точнее статистика по градиентам. Мы вычисляем значение градиента в каждом пикселе. Вот получаем какие-то градиенты. Затем
мы разбиваем все множество пикселов по ориентации градиентов на группы. Например, разобьем множество направлений на 8 секторов. Теперь мы можем посчитать гистограмму распределения пикселов по направлению градиента, в какую ячейку у нас попадают направления градиента. Вот. И эту гистограмму запомним. Во-первых, гистограмма нам позволит определить, как бы, доминирующее направление градиента, что и его ориентацию. Мы посмотрим, в каком направлении большинство градиентов данной области. Допустим, они вот в этом направлении. Значит, мы можем сказать, что направление условно вверх для данной точки соответствует доминирующему направлению градиента в окрестности. Мы можем знать, где у нас вверх наша окрестность. Характерный размер окрестности мы возьмем из характерного размера точек. Вот пример особых точек с характерными размерами окрестности и с направлениями вверх, которые вычислены как доминирующие направления градиента. Далее мы посчитаем признаки в виде гистограмм распределения пикселов по градиенту. Недостатком, что будет, если мы посчитаем для всей окрестности пикселов в целом направление градиента, гистограмму распределения градиента, мы потеряем всю пространственную информацию. Это нехорошо, часть пространственной информации мы хотели бы оставить. Тем не менее, мы хотим сделать так, чтобы наш метод был устойчив к небольшим ошибкам, небольшим смещениям. Для этого мы сделаем две вещи. Во-первых, мы будем считать не одну гистограмму, а несколько гистограмм. Разобьем окрестность пиксела сеткой, и в каждом блоке этой сетки посчитаем свою гистограмму. В методе SIFT предложили использовать сетку размером 4×4, то есть всего считать 16 гистограмм. В каждой ячейке считается гистограмма из 8 корзин, то есть получается дескриптор длины 128, вне зависимости от размеров изображения. Все равно 128. Для того, чтобы метод был устойчив к сдвигам, мы опять же воспользуемся сверткой синдром Гаусса. Как мы ее будем делать? Когда мы будем считать гистограмму, мы будем пикселы учитывать не одинаково, а пропорционально близости к центру окрестности. То есть пикселы, которые расположены близко к границам, они будут вносить вклад очень маленький. Даже если там градиенты сильные, они будут добавлять свой вес в ячейку, домноженный на значение Пинтер-Гаусса в данной точке. Пикселы, которые располагаются в центре изображения, они будут вносить свой вклад в значение близких единиц. Что будет в том случае, если мы будем вычислять таким образом гистограмму распределение пикселов по направлению градиента для двух соседних точек? Какие будут гистограммы относительно друг друга? Они будут очень близкими, потому что крайние пикселы мы будем смотреть по разным областям, но поскольку крайние пикселы брались с маленьким весом, а центральные пикселы берутся с большим весом, то поскольку центральная область не сильно поменяется, то не сильно поменяется и гистограмма. Это делает метод весьма устойчивым к маленьким сдвигам. Мы можем для соседних, как бы, две соседние точки с точки зрения этого дескриптора будут неразличимы. И это очень хорошо, потому что обычно на разных изображениях мы все-таки не можем попасть в один и тот же пиксель, мы немножко ошибаемся. В итоге получается метод, который за счет того, что мы вычисляем градиенты и более того гистограммы градиентов, он устойчив к изменениям освещения, поскольку мы строим гистограммы, взвешивая пикселы с ядром Гаусса, он устойчив к небольшим сдвигам, и в итоге он, как бы, со всех сторон хороший. И позволяет сравнивать точки при маленьких ошибках, и в разных освещении на него не влияет.
Поэтому он очень широко используется, хотя он был запатентован. Но поскольку алгоритмы во многих странах не патентуются, то на этом мы берем. Ну и на его основе, опять же, придумано много разных методов. Так, посмотрим, запустим это. Да. Это вот пример работы. Вот. Сейчас навезут кадр, найдут на этом кадре особые точки и вычисляют сдвиг особых точек. То есть видно, что особая точка не меняется там, где ее нашли, там она и держится. А вот эта синяя линия, это, точнее, нет, это желтая линия. Синяя линия — это как бы доминирующее направление, куда смотрят основной градиент. А желтая линия — это сдвиг между текущим положением и исходным положением точки. Дальше тут просто наносится на изображение в одном и том же месте надпись. То есть как бы видно, что она в пространстве висит как бы в одном и том же месте. Немножко дрожит, это как раз ошибка локализации. Окей. Как я сказал, методы продолжают быстро развиваться. А закончим мы некоторым практическим применением, коротким построением панорам. У нас есть множество изображений, мы хотим из них построить панораму. Для этого нам нужно научиться проецировать все изображения на одну плоскость. Мы можем с помощью нахождения особых точек и дескрипторов найти соответствие между точками одного изображения и точками другого изображения. Надо научиться определить, как их можно преобразовывать в одно изображение. Для этого нам нужно задать геометрические преобразования. Как можно преобразовать пиксель одного изображения в пиксель другого изображения. Обычно они задаются в матричной форме. Параллельный перенос — это просто сложение векторов. Евклидово преобразование — это умножение вектора на ортогональную матрицу плюс сдвиг на вектор. Аффинное преобразование — это умножение на матрицу, но которое не обязательно будет ортогональным. Для того, чтобы удобнее записывать все вот эти преобразования и более сложные преобразования, делают переход из обычных координат в так называемые однородные координаты. В чем смысл однородных координат? Мы отображаем точки, например, из двухмерных координат, трехмерные координаты однородные по следующему правилу. Точки с координатами x, y соответствуют точке с координатами x, y, 1 в однородных координатах. Точки с координатами x, y, w соответствуют обычная точка с координатами x, деленное на w, y, деленное на w. Переход в такие однородные координаты позволяет нам записать разные преобразования, например, аффинные, в виде не домножение на матрицу суммирования, а в виде домножения просто вектора на матрицу. То есть мы множество преобразований можем записать в виде просто домножения вектора в однородных координатах на матрицу. То есть вместо того, чтобы находить вектор x, y, мы будем искать вектор x, y, 1, а аффинное преобразование запишем в виде матрицы 3 на 3, у которой вот этот блок — ее исходная аффинная матрица, а сюда записан вектор сдвига Т1, Т2. Понятно, что первая координата у нас М1, М2, М1Х плюс М2Y плюс Т1, то есть как раз поворот и сдвиг. Второе то же самое, третья координата в данном случае будет 1, у нас все хорошо получится. Оказывается, что перспективное преобразование плоскости, то есть отображение плоской сцены на другое изображение, можно записать в однородных координатах в виде домножения на матрицу размером 3 на 3. Мы берем точку на одном изображении с координатами x, y, домножаем на матрицу 3 на 3 и получаем точку на втором изображении. Это верно для случая
перспективной съемки любого плоского изображения, в нашем случае это верно тогда, когда у нас мы получили два изображения с одним и тем же центром проекции. Это как раз случай, который возникает обычно при съемке со штатива или съемке с панорамы. Можно предположить, что при съемке панорамы центр камеры остается неподвижным, камера просто вращается. В этом случае один снимок относительно другого – это плоская сцена. То есть мы можем вот таким преобразованием спроецировать множество точек на другое изображение. Вопрос. Как посчитать такое преобразование? Тут нам поможет численные методы и линейные алгебры. Нам нужно найти параметры матрицы размером 3 на 3. Можно показать, что на самом деле матрицу можно записать, у нее не 9 неизвестных параметров, а 8 неизвестных параметров. Мы можем наложить ограничение, что норма матрицы равняется единице. В этом случае проекция каждой точки, известное соответствие двух точек, даст нам уравнение, два уравнения на параметры этой матрицы. 8 неизвестных, нужно 8 уравнений. Каждая точка дает два уравнения, значит нам потребуется 4 точки. Если мы знаем соответствие 4 точек на изображении, 4 точкам на другом изображении, то мы можем посчитать матрицу гомографии. Все будет хорошо. Получаем следующую схему построения панорамы. Имеем несколько снимков, полученных со штатива. Находим на каждом снимке особые точки. Ищем соответствие по дескриптору особых точек одного изображения особым точкам на другом изображении. Берем для каждой пары, например, вот это изображение, вот это изображение, 4 общих точки. По этим 4 точкам мы можем вычислить преобразование названием гомографию, которое позволит спроецировать вот это изображение на плоскость вот этого изображения. То же самое мы можем сделать для другой пары изображений. Получается, что выбрав одно опорное изображение, мы можем вычислить преобразование для всех остальных изображений на него. И получим например, вот такую склейку изображений. То есть отдельные кадры проецируются на общее поле, и так мы можем сделать для каждого. Окей. На сегодня это все. Мы с вами рассмотрели такое понятие, как локальные характерные особенности и их дескриптор. Про локальные особые точки самое важное, то, что мы сказали, что их можно находить, анализируя только локальную окрестность, и они должны быть устойчивы к трансформациям изображения. И посмотрели несколько методов конкретных, которые решают эту задачу. На сегодня это все.